Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алексей, он же Crazy Life. Мы продолжаем проходить Warcraft 3 Region of Chaos, глава 5, наступление плети. Ранним утром следующего дня Артас и Джайна пошли к деревне Харгален. Поехали, посмотрим. Наступление плети. Уже некроманты тут везде, повсюду, наверное, да? Харглин, наконец-то. Сейчас бы немного отдохнуть. Похоже, они готовятся к битве. И готовится неспроста. Принц Артас, ночью неведомо откуда появилась огромная армия Исчадий Тьмы. Они уже напали на несколько деревень. А сейчас они направляются сюда. Проклятье. Джайна, я останусь здесь и буду защищать деревню. Ты должна как можно быстрее добраться до лорда Утора и рассказать ему о случившемся. Но... Джайна, иди. Дорога каждая секунда. Это, я так понимаю, надо будет строить укрепления, строить побольше юнитов. Да? Она успеет, надеюсь. Постой. Что находится в этих ящиках? Очередной груз зерна из Эндорала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали крестьянам. А зерно-то заражено. Сейчас, смотрите, так, херак. Значит, эта чума не убивает людей. Она превращает их в зомби. К оружию. О, я же говорил, сейчас по-любому будет нашествие нежити. Ну, достаточно легко они с ними справились. Это обычные зомбари. Хорош. Разумеется. Продержитесь 30 минут. Ну, давайте конечно попробуем. Для начала делаем грейды на... на пехов. Ох, вы посмотрите, сколько всего. Зелья маны, лечение, свиток. За честь. Куда мне столько всего? У меня и так инвентарь переполнен. Я так понимаю, что лучше построить побольше рабочих. Заказать побольше башен. И вот придется метаться между этими башнями. Но всякое еще на дерево надо побольше народу послать. Прокачаем броню. Давай дерево. Прокачаем бронеустроением, прокачаем увеличенный сбор дерева. Отлично, хватает. Свет дает мне силу. Свет-то дает силу, а что такое, блин? Ресурсов вообще очень мало. Да, господин. Давайте еще больше отправляем на дерево. Сейчас главное добыть побольше дерева, чтобы воткнуть куча защитных вот этих построек, башен. Исследование завершено. Так, раз направление, два направления. Тут вообще очень куча направлений, с которых могут напасть. Я так понимаю, три или четыре направления. Да, четыре направления. Нет. И отсюда, где наверное, враг могут. Окей. Конечно. Я готов. Так, давай-ка хорошо потихонечку возводи-ка уже башенки. Принц Артас, армия тьмы на подходе. А с какой стороны? Ни шагу назад. Мы воины света. Мы ох, не должны вы посмотрите, отступать. Сколько их. Их вообще ни капли, ни мало. Я думал, их будет поменьше. Пусти. Отлично, хорошо справляются. Исследование завершено. Отличный план. Может немножко прогуляться, пока конечно у нас идет постройка всего и вся. Я служу свету. Так вот, через атаку. Готово. Еще лучников, что ли, построить? Короче, надо кучу башен, кучу всего. Добавляем еще башен. Ну, я пошел. Кто там напал на нас? Исследование завершено. Свет дает мне силу. Тут зомбари. Разумеется. Жесть, а что творится? Реально за очень много зомбарей. Они, походу, всю деревню конечно отравили, опять заразили. Работа. Отравили и заразили. Так, еще по какому направлению? Вот по этому направлению тоже могут напасть. Ой, и они уже пришли. Вы посмотрите, что творят, а? Хорошо. Чертяги. Угу. Срочно, хорошо, срочно беги сюда. Давай, чини. Угу. Давай-ка, чини это. Так, чего? Ты, значит, строй еще одну башню. Хорошо. А эту башню грейдим я служу свету в атакующую. Давайте немножко пробежимся, возможно, что-нибудь вкусненькое будет. Отлично, тут конечно уже нежить сама. База нежити. Я думаю, что нападать нет смысла, потому что она хорошо укреплена. И это будет, как говорится, столько себе дороже. Да, господин. Так. Этот строит. Давай еще все-таки. Может, одну башенку сюда заметелим, пусть они в этот котел так заходят.
и подыхают. Не хватает золота. Уже золота не хватает, ничего себе. Может, еще одного рабочего на золото поставить? Свет дает мне силу. Так, что у нас тут, значит? Отличный план. Конечно. Спуститься к реке и вброд за пойти. За честь и отвагу. О, разумеется. Какие-то твари, морлоки, что ли? Морлок, ага. Возможно, будет что-нибудь все-таки вкусненькое. Готово. Так, ты, значит, починил, строй еще одну башню. Я пошел. А ты здесь улучшай. На нас напали. Да, господин. Ставим в режим починки. Пусть он тут стоит. Ой, смотрите, как просадили. Это по ХП жестко. Пусим. Зелье маны. Отличный зелье план. Маны вообще мне ни капли не нужно. Разумение завершено. И это все походу, да? Благодарю вас за помощь. Да не за что. Пожалуйста, возьмите это. Что это возьми? Сапоги скороходы? Отлично. Может быть, вместо зелья большого лечения? Конечно. Они, я так понимаю, только скорость бега, да, повышают? Разумеется. Повышают скорость перемещения героя. За честь и все. Отвагу. Ну окей. В принципе, зелье хорошая вещь, конечно, но сапоги покруче будут. Конечно. А, смотрите, и тут нежить. Ну ничего за себе, сколько у него баста. И опять напали. Да. Ну-ка в режим починки. Это улучшаем. Ща мы тут все застроим этими постройка башнями. Завершена. Будет все нормально. Защитим, я думаю, себя. Так, еще куча рабочих. Где враг? Пусти его. Отличный Молодцы. План. Разумеется. Еще надо заказать 3 стрелка. Как раз таки для полной пачки армии. Не хватает золота. Ох, с золотом-то какие проблемы-то? Чего? Я же вроде посылал рабочего одного на золото, да? И все равно не хватает. Так. Вроде не втыкают, хорошо. Я думаю, готов. Столько рабочих как раз таки и нужно. Хорошо. На золото, чтобы они беспрерывно добывали. Хорошо. Ставим еще одну башню. Хорошо. Здесь. Опять работа. Это улучшается. Здесь, в принципе, свет все. Свет дает мне силы. К бою готов? Я готов. Давайте заюзаем эту херобору, которая лечит, а нежить калечит. Постройка завершена. Да, господин. Так, чего? Этот защищает этот. Хорошо. Давайте еще здесь башенку постройка построим. Постройка завершена. Угу. На всякий случай. Я служу свету. Да. Опять работа. Опять. Ну, я пошел. Давай, помогай ему строить. Хорошо. Да. Так. И еще башню заказываем. Я думаю, такое количество башен, в принципе, хорошо. В принципе, хорошо, они будут с легкостью пусить противников. И надо еще одного рабочего. Так, голды хватает, не хватает. Сейчас можно, в принципе, построить еще парочку лучников и пройтись, прогуляться. Вот мне интересно, чисто теоретически, возможно отпустить базу нежити или нет? Хорошо. Или это прохладная история? Да. Угу. Так. Тебя ставим, значит, в режим починки. Ну, вот я сюда пошел. Вот. И последнюю башню надо загрейдить. Давай, 140, отлично. Где враг? Где? Знал по бы я где. Правосудие. Хотя знаю, по идее, за да. Честь и отвагу. Где две базы, по крайней мере, нежити находятся. Конечно. Так, и здесь еще башню надо загрейдить. Лучше. Не нужно кланяться. Постройка завершена. Отвагу. Не, ну на самом деле конечно. Тут атака, в принципе, может быть очень сильная. Разумеется. С этих двух баз. За честь поэтому надо максимально как-то задефиться. Отличный ой, план. Ой, уже идут, смотрите. Надо, давайте на опережение их будем пустить. Уже с некромантом. По-моему, раньше и некроманта не было. А тут уже с некромантом идут. Так, не хватает стрелка. Золота. Стрелки достаточно дорогие, 240 стоят. Постройка завершена. Пусти его. Конечно. О, хорош. А, он там отличный еще скелетов план. Призвал. Я и думаю, что такое? Хорошо, конечно. Минусанули. Разумеется. Давайте еще здесь пробежимся. За честь и отвагу. Там, получается, постройка две базы нежити. Конечно. Сторожевая разумеется. Башня, хорошо. К бою готов? Отличный план. Нет, с другой стороны, конечно. Вот эти сапоги, они... Разумеется. Делаю так, что получается у меня Артас впереди планеты план. Все бежит. Постройка. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Конечно. Так, тут тупик. Принц Артас. Ау. Замечен большой караван нежити с грузом зараженного зерна. Его нужно остановить, перехватить, прежде да? чем он доберется до других деревень.
А покуда он двигаться будет? Знал бы я еще. Но здесь он... Разумеется. А, здесь же вброд можно пройти. Теперь я... Давайте попробуем туда сбегать. Уничтожьте караван. Хорошо, уничтожу. Он, наверное, посуда будет двигаться. Конечно. Так. За честь и отвагу! Во-во-во-во! Здесь мы его и встретим, скорее Наш всего. Наш город осаждает враги. План. Не надо мне врагов. Чего? Не бейте его. Служу свету. А то строитель чинит, они его пустят. За честь и отвагу! Да-да-да, скорее всего, посуда они пойдут. Отличный план. Они уже выехали или чего? Или они там так и стоят? Отличный план. Разумеется. Тю. Конечно. Отличный план. А, вон они, вон они, вон они. Давайте, ребятушки, собирайтесь в кучу. Разумеется. Будем сейчас пусить их. О! Вот это жёстенько не просаживают, эти катапульты-то. Вы посмотрите, что творят чертяки. За честь и отвагу. Так, конечно. Чуть отходим. За честь и отвагу. О-о-о-о. Конечно. Сейчас, я думаю, разберемся. Сперва отдельно снимем, потом уже будем пусить. Эти сами катапульты, а то вместе с катапультами это выходит очень жестко. Эти танкуют, катапульты по нам лупят и... Получается, ГГ получается. Так, качаем броню. Отличный план. Все, и тебе спокойно можно расстрелять катапульты эти. Быстрее, братья. Если мы потеряем груз, повелитель сдерет с нас шкуру. А вы его обязательно потеряете сейчас. Давайте, давайте, ребятушки. Еще немножко осталось, последняя катапульта. Отличный план. Давай, 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 давай. Будем молиться свету, чтобы зараженное зерно Отлично. Больше не попало ни в одну деревню. Давайте посмотрим, что нам такое надавали. Отличный там. План. Вот это что-то. А, это цветок Конечно. Телепорта, это. Повышает сильно разум. Во, отлично. Все, короче, Разумеется. Ботинки я выкидываю за ненадобность. Отличный план. Беру лучше вот это. За честь и отвагу! Так, давайте еще пробежимся Конечно. Здесь, посмотрим, что здесь есть вкусненько. За честь и отвагу! Опять работа! Чего? Тут все построено, тут все, в принципе, тоже построено. Опять работа! Чего? И... Да, господин. А здесь внизу убили этого. Я пошел. Строителя. Наш город осаждают Хорошо. Враги. Да и справимся, не переживайте. Заказываем еще стрелков. Ну, смотрите, легко Служу так свету. Уничтожили. Ну, так, конечно, там конечно. Такая куча башен. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Через 19 минут За честь и отвагу. Утром. Отличный еще план. Надо 19 минут продержаться, окей. За честь и отвагу. Напасть, что ли, на их базу? Конечно. Ну, я думаю, там я проиграю, в любом случае. Да. За честь и отвагу. Я больше, чем уверен. Давай так, ну-ка, отойди-ка. Где враг? А то скоро умрешь. Разумеется. Без потерь практически играем. Да почему практически? Без потерь, действительно. Талисман здоровья. Ой, ребятушки, я даже не... О, когти-то на три. Вот эти. Давайте за посмотрим, что отвагу. За талисман здоровья. Здоровье на 150. Оставляем. Свет дает мне силу. Когти на три. Конечно. Скидываем, оставляем Отличный когти на 6 план. И... Здоровье, конечно же, оставим. Разумеется. В принципе, если... если сильно наломиться, то можно и вынести, я думаю, базу. Конечно. Ой, а тут смотрите, что я пропустил. Конечно, тут есть алтарь лечения. Враги. Ой, Опять что творят, чертяги, вот что творят. Качаем башню. Но я думаю, они справятся. Бою готов. Смотрите, сразу херак и на этого реагируют. На рабочего. Что прикажешь? Не зря я стрелков сюда поставил. Иду. Ох, не зря. С гор спустились огры. Похоже, они ищут драки. И что теперь мне? Отпустим их? Отличный план. За честь и отвагу! Давайте, 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 стреляйте. Может, лучше фокусить кого-нибудь, потому что же они тоже хиляются. Давайте все-таки зафокусим их. Что такое? Он убегает, что ли? Конечно. Так, отпустили. Отлично, теперь этого добивайте. Вот, сейчас бодрее. Надо сразу было фокусить. Потому что я потихоньку стреляю в тех, и они отхиливаются еще. Давай, 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 умирай. Разумеется. Опа, смотрите, что у нас. Рукавицы огра плюс 3. Целебное зелье. Но, в принципе, у меня все. Хотя можно Отличный защиту план. Одну скинуть, попробовать. Разумеется. Завершена. Силы Конечно. Героя на 3. Да, это все-таки, наверное, лучше, чем одна защита. Не нужно кланяться. Похилялись. А тут еще дополнительный рудник голдовый есть, но он мне в принципе не нужен, потому что вроде по голде все хорошо, поэтому
Давайте сбегаем сюда, посмотрим, что здесь еще есть интересненькое. Возможно, что-то вкусненькое будет. Так, рейды намечников, в принципе, тоже можно сделать. В принципе, ресурсы позволяют. Куда поэтому... Так, стрелки. Тут все есть, тут все строится. Может быть, еще заказать побольше ферм? Чего? Ресурсы пока позволяют. Мало ли, придется построить больше юнитов. Наш город осаждают враги. Добавляем фермы. Легко так всех разбираем, башни чинятся. Этот бьет все-таки, бьет. Ну, я пошел. Нового ремонтника. И там, походу, катапульты стреляют. Или нет? Или мне показалось. Но что башни до катапульты не достают, и это печально. Так, эти минусы. Отлично, свету. Хорошо справились. За честь и отвагу. Пробегаем сюда. Разумеется. А я не понял, откуда они здесь берутся, за честь если здесь и отвагу. Нету нежити. Конечно. То есть они с той базы, получается, круг делают. Телепорт, защита, лечение, свитки. Свет понятно. Дает мне силу. Так, у нас получается нежить базы здесь и здесь. Ха, может напасть на них действительно, а? Как думаете, ребят? Ну, по крайней мере, хотя бы попробовать. По чуть-чуть так. Хорошо. Наламываться. Все равно еще у нас 15 минут ожидания. Иду. Во имя правосудия. Можем мы попробовать напасть. Наш город осаждают. О, проект. Опять эта куча. И сразу начинают рабочего бить. Ну что такое? Вот поэтому его убивают. Что они его фокусят. Хорошо. Минус. Я служу свету. Стрелки прибыли уже? Во имя да, стрелки прибыли. Ну что, давайте, конечно, ребят, попробуем чуть-чуть поналамываться. Может, отличный получится. План. Так, ну-ка умри. Конечно. Ох, как жестко. Они получат по заслугам. Ой, смотрите, лечилку план. Практически убили. Конечно. Минус лечилка. Отличный план. Не-не-не, что-то сильно отвагу. Здесь жестко. Разумеется. Так, давайте еще аккуратненько просто попробуем. Отличный план. База как неплохо это? Вливает. Зиккурат. Разумеется. Так. Куча скелетов призывается. И сейчас надо отпустить мясника. Отвагу. Давайте попробуем. Отличный план. Ой, вы посмотрите, конечно, что там творится. Отличный а? План. Там еще подкрепление идет. Конечно. Аккуратно, аккуратно, разумеется, аккуратно. Катапульты по нам стреляют. Короче, надо реально сваливать. Конечно. Тут очень опасно. Разумеется. Все. Отпустите, конечно, меня. Отпустите меня, не за трогайте. Я пошутил. Отличный Я пошутил план. С нападением. Это была плохая, конечно, затея. Отличный план. Хотя, в принципе, если, конечно, в две армии, то можно попробовать. Где враг? Опыт Артас не получает лимит на уровень. Разумеется. Так. За честь и отвагу. Главное катапульту, наверное, уничтожить. Она очень много вливает, таким сплэш-дамагом лупит. Минусанули. Раскидали скелетов, некроманта. Отлично, справились. Конечно. Че, может, еще, ребят, попробуем поналамываться? План. Ну, ради интереса просто. Добавляем еще стрелков, пусть строятся. Почему как бы и нет? Свет дает мне силу. И я думаю, что в две армии, если в две пачки пойти сюда, то можно справиться. Конечно. Можно справиться с этой, разумеется, толпой. Жалкий глупец. Так, пусим. За моего отца. Пусим. Еще мясник идет. Ой, там еще толпа мясника. Мясник еще. Давай. Успею, не успел. Успел разобрать зиккурата. Конечно. Правда, дало мне это что-то или нет, я так и не понял. За честь и отвагу. Лечим. Все, разумеется, валим, ребята. За честь и отвагу. Там уже герой какой-то. Конечно. Забавно. Они немножко нежить тоже потроллили, а то что? Разумеется. Они меня пустят, а я им что, ничего не буду отличный делать? Отличный план. Нетушки. За так честь у нас дело не пойдет. Чуть-чуть их потроллить надо. К бою готов? Еще три стрелка могу с собой в пачку свету взять. В принципе, все, я открыл уже тут. И осталось только дождаться утра. Где враг? Плохо, конечно, что мана очень не хватает. Разумеется. Давайте похиляем. Так, грейды здесь все сделаны, здесь тоже все наш нормально. Осаждают враги. Не нужно какие класть еще враги? Где кто? К бою где готов? Кто осаждает? Не я понял? Служу свету. Где? Конечно. Кто? А, все, понял. За честь они уже этого отпустили, главное. Отличный план.
Разумеется. Строителя. И, кстати, я заметил, что катапульты обычно вот именно теперь с этой стороны приходят, потому что с этой стороны катапульт не было, с этой стороны катапульт не было. И вот именно с этой стороны приходит катапульт. К бою готов? Закажем еще двух строителей. И, кстати, можно и лекаря так, заказать и поставить, чтобы он алтарь королей. Слушайте, а лекаря еще надо построить. Но я хотел заказать, чтобы он не вылечивал строителей, которые конечно чинят постройки, потому что на них постоянно агрятся. Где и враг? Это не очень приятно. Где враг? Вон впереди враг. Да. Ставим в режим починки. Стрелки строятся, это все строится. Нет, реально можно наломиться. Если в две пачки, первую пачку, допустим, там мечников, а второй стрелков, первая пачка танкует, и второй добить все. Можно попробовать в любом случае. Я больше чем уверен, что там у тех войск и грейды лучше, и... К бою готов? И численность армии может быть больше. Да, господин. Сюда никак не впендюрить. Просто надо тоже не сильно увлекаться теми башнями, можно себя просто таки запереть. О, мясники идут, смотрите, что творят чертяги. Ну тут башен хватает, сейчас я думаю они справятся. Так, еще дополнительно стрелки подключились. Ой, отойди. Не-не-не, справимся, смотрите. В принципе, все равно можно еще одну башню поставить где-нибудь здесь. Достаточно легко справляются. Ну, чувачок, давай-ка постройка пока башню. Осталось 10 минут до возвращения. Свет дает мне силу. Ну, вроде держимся, вроде справляемся, так что... Отличный план. Разумеется. Ничего такого, скажем так. Отличный страшного план. И нет. За честь и отвагу! Может, еще построить дополнительно башню? Опять так, ты работа? У нас не в режиме строительства. Готово. Давайте сюда, я не знаю, натыкаем. Ну а что, ресурсы позволяют? Почему нельзя строить? Хорошо. Ну, я пошел. Ресурсы позволяют просто натыкать башен, я не знаю, может, какие-то летающие юниты прилетят. Хорошо. Ну, я пошел. Отлично. Хорошо. Надо, кстати, оставить голдыны на улучшение еще. Ну, я пошел. Хорошо. Во! Где враг? 100-500 башен. Ох, нифига себе, они наломились. Отлично. Ой-ой-ой, минус стрелок сейчас будет. Да, минус оно, не успел потерять. Так, отойди чуть-чуть, отойди. Свет дает мне силу. Неплохо они так наломились, вы посмотрите, что творят, черт. За честь и отвагу. Вообще их очень много. Конечно. Ну, мясники, конечно, жесткая тема. За честь и отвагу. Просто на раз выносят пехотинцев. Разумеется. Ой, отойди, не успел отойти. Отличный план. Так, пусть ему вот так. Всяко будет быстрее. Готов. О, жесть какая, а. Два мясника столько проблем создают. То получается я целой пачкой с трудом валю этих двух мясников. Ничего себе. За честь и отвагу. Еще трех стрелков могу с собой взять. Дайте цель. И давайте их еще дополнительно построим. Башню улучшаем. Пока парочку лишь он построил. Я служу свету. Служишь, служи. Разумеется. Зря, наверное, грейды на мечников делал, потому что я так понимаю, чего? Что они сейчас сдохли, и я их не подстраиваю, и, короче, толку нету от этого всего. Не нужно кланяться. 7 минут, ну, 8, да, даже так сказать, 7 с лишним, практически 8 минут осталось. Куда я стоять? Просто в предвкушении, что нас ждет, что там будет. Готово. Достраивай, молодец. Улучшаем. А мне кажется, знаете что? Если эти две базы отпустить, то мы досрочно пройдем этот квест. Свет дает мне силу. В любом случае, не нужно. Зачем ждать того, что ты уничтожил? То есть, за честь и отвагу. Разумеется. Зачем ждать подкреплений, как говорится? Отличный наш город. Ну, это просто моя теория, конечно. Постройка возможно, оно так, а возможно и нет. Постройка завершена. Как бы тебя, я не знаю. Конечно. Кислород бы тебе перекрыть-то, чтобы ты вообще до базы не доходил. Походу это невозможно, свет, потому что они идут и по верху, и по низу. Отличный опять план. Что ли их немножко потроллить? Конечно. Но ради развлечения небольшого. Так. Голда сколько там осталось? 3 косаря с лишним. Ну хватает голды, так что нет смысла оставить второй рудник. Готово.
Так. Вот посуда можно пройти. За честь ко второй базе нежити. Посмотрим, давайте, что там вообще есть. О, как раз под атаку. Смотрите, отличный что творят план. Чертяги, а? Сколько разумеется их там? Конечно. Ой, сейчас заковыряют там стрелка одного. Разумеется. Так, ну-ка отойди. Отойди. Успели таки отпустить. За честь и отвагу. А там еще катапульта, вот что прикол-то. Разумеется. Короче, отходим. Конечно. Отходим базик, как раз таки они за пока бегут. Нас напали. Тут еще построятся дополнительные стрелки. Иду. Так, ребята, хорошо. Давайте на опережение. Свет дает мне силу. Ой, еще одного стрелка отпустили. Разумеется. Хорош. Ну что, давайте попробуем уничтожить теперь. Нежить с подкреплением уже. За честь и отвагу. Там самое жесткое, это реально вот эта катапульта. Конечно. Она неплохо выливает таким флеш-уроном. Конечно. Надо что-то с ней сделать. Давай. Стреляй. Хорошо, этих минусанули. 5 минут осталось. Пять минут. План. Это много, конечно, или мало? Что прикажешь? Что прикажу? Давай, иди сюда. Во имя правосудия. А этими пойдем троллить нежить. Отличный план. А то что не булки расслабили. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. Ну, эта база хорошо, в принципе, защищена. За честь и отвагу. А, кстати, ребят, можно, знаете, как потроллить? Поставить здесь башенки. Разумеется. Атакующие. Конечно. Агрить их, разумеется. И чтобы они на башне натыкались. За честь и отвагу. Ну, как вариант просто. Конечно. Я сейчас уже не успею, разумеется, в принципе, это реализовать, потому что 5 конечно минут осталось. За честь и отвагу. Я пока их построю, пока вообще дойду до сюда. Конечно. Куча за времени честь пройдет. И, отвагу. И там опять эта катапульта. Ну что такое? Конечно. Пусти их. За давайте честь на мясника кастанем ту херобору. Так. Куча народу сумонится еще. И у меня нету маны, чтобы похилять или атакнуть. Разумеется. Давайте. Некроманта. Постройка. Это пункт обязательно пустим. Вот. Хорош. Ну неплохо мы так наломились. За честь и отвагу. А какого уровня там герой? Ой, так он я 6 уровня. Свету. Хотя я, наверное, 6. Да, мое я тоже 6. Этот практически, разумеется, умер, у него даже ХП не видно. Конечно. Все, отступаем. Потроллили немножко, теперь можно отступить. Отличный давайте план сюда, потому что здесь самая жесткая за атака честь сюда и отвагу идет. А этот все строит и строит башни. Давайте сделаем грейды на башне, чтобы они стали атакующими. И они перестали, да, добывать дерево, ибо нету. Он же сюда выходит. Ну его там отпустят. Который, ну, нежить, которая придет, они его готово отпустят. Чего? Чувак, иди-ка сюда, хорошо, знаешь? Вот сюда вот. Хорошо. Вот здесь и добывай. Да, это далеко, но дерева у меня очень много, так что ничего страшного. Пусть добывает здесь. Это я отсюда, так понял, пришел на эту карту. Окей. 3 минуты. Конечно. Чем бы еще себя занять? Опять что ли нежить патролить? Отличный план. Отличный план, говорит. Куда стрелять? Я служу отличный свету план патролить нежить. Конечно. Маны, разумеется, не хватает. Вот это что, вот чем проблема-то. Разумеется. То есть только вроде нападешь, отличный немножко план похиляешь уже, херак, и маны нету. Конечно. Вот это печально. Отличный план. В принципе, нежить можно здесь поджидать, даже, разумеется, лучше ее здесь поджидать, потому что вот как раз таки вот с катапультами нежить она не отсюда идет. Золотой рудник, конечно, скоро иссякнет. Отличный я план знаю, что золотой рудник скоро иссякнет, ну и конечно подкрепление скоро уже прибудет, так что че мне уж, что она иссякнет. Тут, наверное, свиток как маны есть, да, какой-нибудь, защиты. Свиток защиты, лечебно. Вот, зелье маны. Да. Можно было ближе, когда к городу, выложить какой-нибудь артефакт, взять на этот, на ману зелье выпить и опять взять артефакт, чтобы ману восстановить, потому что реген у него очень маленький. Джайны-то нету, а у Джайны аура на реген маны. Готово. Так, хорошо, молодцы. Да, господин. Ты в режиме... Ой, его же надо, да, в режим этот поставить. Кто-то там, да, не стоит, господин, в режиме починки. Давайте поставим их в режим починки, кто рядом. Продолжаем градить башни. Чего? Я не понял, в чем фишка. А ты че эту не достроил-то, рванулся? Хорошо. Че это такое? А, это она грейдится. Я думал, на нее не достроил. Я думаю, что такое, что за бред? Куча башен. Ну реально. Нужно кланяться.
Наломиться сюда на мою базу, это было бы глупо. Завершена. Даже со стороны нежити. За честь и отвагу! Давайте попробуем еще раз наломиться. Разумеется. На базу нежити. Потроллим. Конечно. Ее немножко. За честь и отвагу! Так. Конечно. Два зиккурата на защите. За честь и отвагу! На нас напали. Кто там на... А, ну здесь-то напали, это я понял. Отличный план. А может это... Постройка и... Нет, завершена. Ну, да-да-да, это база нежити в любом случае. Я думаю, что-то какие-то два пустых зиккурата. Конечно. Стоят. Ой, валим. Вот это неудачно я напал. Как раз таки напал и... Конечно. Выходит нежить. Разумеется. Они защищать шли или атаковать меня? Напали. За честь и отвагу. Они, походу, защищать шли. Ой, что творят чертяги, а? Что творят? Тут надо стрелков, чтобы пустить. Уже в пути. Катапульты. Потому что башни до катапультов не достают. Хорошо. Чувак, чини вот это. Постройка завершена. Так, да, подойдем поближе, чтобы они по мне не лупили. Куда стрелять? Сейчас разберемся с ними. Что они и близко лупят, ничего себе творят. Некромант пришел. Эй, некромант, ты че пришел-то? Ой, тут даже серьезно, ну а катапульты запустить в любом случае. Иду. О, отлично. Опять работает. И они все-таки уничтожили эту башню. Им нет числа. Чини, 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 чини. Отличный. Кого план. Нет числа? Давай, давай, сюда. Нет числа. А, как раз таки время уже приближается. Золотой рудник. Подкрепление, и они начали мега-атаку. Разумеется. Ах ты, сука. 10 уровня, вот наш урод. Пусть этого 10 уровня. Разумеется. Да, зла. Давай, 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 давай. Самоеваться. Его вообще можно отпустить, нет? За честь и отвагу. Да, вроде можно отпустить. Можно, но сложно. Наш город осаждают враги. А где Артас-то? Тю. Посмотрите, сколько их. Вообще-то толпа. Там даже мои эти башни не спасут. Сколько их наставил. Свет придает мне силы. Да. Но твоя сила не способна это уничтожить. О, утро. Красавчик, давай, пусть их всех. Ничего утро. Себе. Ты даже не представляешь, как вовремя ты появился. Рано праздновать победу, сынок. Бой еще не закончен. Да мы выиграем, я думаю. Вы посмотрите, сколько этих людей. Я удивлен, что тебе удалось сдерживать их натиск так долго, мой мальчик. Если бы я познал... Знаешь, Шутер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион всадников. Сейчас не время мечтать. Это только начало. Ряды нежити пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших воинов. Значит, мы должны ударить по их повелителю. Если понадобится, я сам отправлю в Стратхольм и убью Малгануса. Тише, мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Ута. Я ухожу. С тобой или без тебя? Лихо. Молодой и импульсивный. Ну что, ребят, на этом мы эпизод завершим. Продолжим проходить следующих. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылочка с прохождением игры в описании под видео. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.